Здравствуйте, в эфире Акерская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. Все самые актуальные события вторника в материалах наших корреспондентов. В студии Гульнас Ибрагимова. День знаний прошел вчера во всех учебных заведениях района. В этом году его перенесли на 2 сентября, так как первое пришлось на воскресенье. В День знаний в районе открылись новые детские сады в селе Антинган и деревне Таштугай. Более подробно в материале нашего корреспондента. В школах района сели за парты 4500 учеников. Из них у 445 учащихся была первая в жизни торжественная линейка. Звонок, соседи по парте, книги и тетради – все то, что взрослые вспоминают в первые дни сентября. Это новый этап, и от того, каким он будет, во многом зависит вся дальнейшая жизнь. Но думать об этом у школьников будет еще много времени. Основная общеобразовательная школа в деревне Таштугай приняла под свои своды 40 учащихся. Среди них один первоклассник. На торжественный митинг, посвященный Дню знаний и празднику первого звонка, собрались взволнованные родители, дети и учителя. С торжественным праздником таштугайцев поздравил глава администрации района Раиль Ибрагимов, начальник отдела образования Юлай Сиражидинов, глава сельского поселения Таналыкский сельсовет Алик Юзеев. Барыгызылы, осы бүгінгі матур байрам, укудын башланып тұруы, мінен қайнар құтлайым, білім дүниағына мана балалар, мектепке келгенлер, білім дүниағына келу мінен, ысын күңілден, район хакимиеті есімінен, барыгызылы, Кайнар Котларга, Русати Тегин. К новому учебному году в селах Таштуга и Антинган открылись новые детские сады. От старых здесь остались разве что стены. Ремонт в садике закончили как раз к сентябрю. Красили, укладывали кафель, меняли мебель и, конечно, закупали новое оборудование. Капитальный ремонт общеобразовательных зданий обошлось районному бюджету 12 миллионов рублей. В новом здании есть вода, отдельные санузлы, работает система отопления. Так что к холодам все уже готово. В этом году наш детский сад будет посещать 20 детей. В общем, количество детей по селу составляет 28 детей. Значит, дошкольным образованием будет охвачено 75%. По сравнению с прошлыми годами за последние 3 года, это, конечно, хороший показатель, потому что то еще в 2011 году охват дошкольного образования составлял где-то 57%. По новому законодательству у нас дети от 3 до 7 лет должны быть охвачены дошкольным образованием. У нас все дети с 3 до 7 лет в этом году будут посещать детский сад. Конечно, по проектной мощности мы можем вместить больше детей. Но пока остальные детки еще у нас младенческий возраст. С 1,5 лет мы пока принять не можем, конечно, у нас нет таких условий. С двух лет все дети у нас охвачены дошкольным образованием. Созданы замечательные условия. Конечно, об этом мы еще даже мечтать не смели. Абсолютно новая мебель, новый мягкий инвентарь, технические средства. У нас теперь имеется и компьютер, и интерактивная доска. Немногие малокомплектные детские сады могут этим похвастаться, скажем так. У нас есть все. Теперь созданы абсолютно все условия для развития и обучения наших детей. Думаю, нашим детям будет здесь уютно, комфортно. Хотелось бы сказать всем большое спасибо. День знаний стал днем экскурсии. Родную школу ученики села Антинган не узнали. До блеска начищенный пол, удобные парты, место привычной доски интерактивные, отвечать у которой желающих будет много. В здании провели не просто косметический ремонт, а полностью заменили коммуникации. Но, конечно, больше всего этого ждали сами ученики. И придя в первый раз в первый класс в такую школу, еще на праздничной линейке ребята пообещали хорошо учиться. Сегодня наступил 1 сентября. И мы рады все ступить за школьный порог в нашу школу, потому что произошла реконструкция школы. И появился на первом этаже садик. Нас это радует, конечно, что наши братья и сестры малые будут учиться и играть рядом с нами. День знаний – большое событие не только для школьников, но и для армии и студентов. Так, в Горном колледже имени Смагила Тасимова поздравили 150 первокурсников. Сегодня будущие специалисты горной промышленности впервые познакомились с преподавателями и внутренним уставом колледжа. А настоящими студентами ребята станут только после первой сессии. В школах страны после торжественной линейки прошли открытые уроки, посвященные 20-летию Конституции России. Гостями и лекторами стали депутаты всех уровней. В неформальной обстановке народные избранники рассказали детям о своей законотворческой работе и ответили на все вопросы ребят.
В рамках всероссийского урока «День акции» сегодня, в День знаний, мы, представители представительного органа местной власти, также активно приняли участие. Сегодня на базе Горного колледжа мы с ребятами пообщались по теме «Конституция». Вы знаете, что сегодня, в этом году большое событие, большое политическое событие, исполняется 20 лет со дня принятия Конституции. Действительно, сегодняшняя Конституция – это прочный фундамент демократического развития российского государства. Конституция – это не просто декларация каких-то добрых намерений, а действительно реально действующий документ. И знание Конституции во многом определяет именно цивилизованность и развитие человека, общества, государства в целом. Сегодня со студентами Акерского горного колледжа мы пообщались на эту тему о принятии Конституции, о соблюдении основных пунктов, просмотрели, проследили историю развития государственности Российской Федерации, историю развития парламентаризма. Вы знаете, что в этом плане Конституция России, она является одной из самых молодых, наверное, в мире, да и Российская Федерация существует не так долго. Поэтому, если сравнить, допустим, в Соединенных Штатах Конституция уже существует порядка 200 лет, а нашей Конституции исполняется только 20 лет. Также нужно сказать, что в этом году исполняется 20 лет и принятие Конституции Республики Башкортостан. Поэтому, ребята, мы обсудили, мы совместно пришли, чтобы действительно каждый человек, каждый уважающий себя человек должен знать, по крайней мере, основу данного основного закона, то есть Конституции Российской Федерации. Сегодня у нас был классный час. И тема классного часа была 20 лет Конституции России. День рождения Конституции будет 12 декабря. Конституция – это не просто какие-то законы, это свод законов. Он нужен для того, чтобы не случилось никакого хаоса в нашей стране. У людей есть не только права, но они должны обязанности свои тоже знать. Организаторы уверены, знания, полученные во время беседы с парламентариями, помогут старшеклассникам и студентам лучше понимать некоторые политические процессы и воспитать в себе активную гражданскую позицию. А мы, в свою очередь, пожелаем всем ребятам отличной учебы. Гульнас Ибрагимов, Федорит Белалов, Айнур Ахметов, Ильнур Кумгужин. Служба новостей. 30 августа на площади села Бурибай состоялся праздник цветов. Организатором данного мероприятия выступила районная организация инвалидов. На красочном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Последний день лета центральная площадь села Бурибай напоминала огромную сказочную поляну. Справа и слева от здания сельского дома культуры «Металлург» по периметру расположились выставки. Отмечали первый в истории района праздник цветов. Участники мероприятия прибывали с самого раннего утра, и уже к началу праздника стало многолюдно. Женщины напоминали пчелок, которые кружатся вокруг цветка, создавая различные композиции. Иргене сеска букетлары тигем. Шундай сеска байрамы тигенде иштикес хатта дертленип эдерлендик. Сескелерди йейип алдык табаксанан. Машина хроник та тидирек кына ирте менен елдирдик эдерлене алайык деп ушу байрамга. Шул тырышып тырмашып утурабыз биринчи урунду алайык деп. Я вот сейчас на пенсию нахожу, и все лето выращивала эти цветы. Мне хочется, чтобы их увидели. Вот сегодня привезла сюда их показать. Почему бы не порадоваться, поделиться радостью с другими? Праздничную атмосферу создавали, конечно, сами цветы, выращенные на садовых участках. Участницы конкурса все лето холили и лелеяли свои растения. И вот сегодня показали все самое лучшее. Красивые бутонные роз, выращенные семьей Шпеньковых из села Бурибай, радовали глаз каждого. Юрий Валентинович пришел на праздник со своей супругой Любовью Ивановной и внучкой Ульяной. Жена всем, всех заразила цветами. Говорит, цветы – это прекрасно. Ну, это так и есть, так и есть. Я тоже за цветы. Как же такой праздник вот нужен? А такой праздник обязательно нужен. Обязательно, чтобы люди радовались цветам, всему. Встречи, ну обязательно, люди общаться должны. А закрываться в доме, сидеть, так, нехорошо же ведь. Силами артистов художественной самодеятельности района был организован концерт, который начался с интеллектуальной разминки. Совет ветеранов района подвели итоги ветеранского подворья. Так, подворья из семей Старжинских, Шариповых, Пирожниковых, Тугузбаевых и Кирамановых были признаны самыми лучшими. Эта акция всероссийская, ветеранскому подворью заботы и внимания, она работает уже в нашем районе более 5 лет. Если первый год мы охватили Акьяр, то сейчас весь район работает. Это и благоустройство населенных пунктов, это и как видим мы, как красиво живут наши ветераны. Это и образец, и пример.
Время прилетело незаметно, и пришла пора подводить итоги. Итак, по номинациям лучшей композицией была признана композиция Алексея Коваленко. Лучшим букетом стал букет роз Юрия Шелякина. Королева цветов была названа Алиса Тукбаева, а первое место заняла команда Абишевского сельсовета, на втором месте Акиярский сельсовет, и третье место досталось Бурибаевскому сельскому совету. Но самое главное, что получили участники, это заряд бодрости, общение друг с другом. Ну и надеемся, на следующий год мы увидим еще более красочное шоу. Гульнас Ибрагимова, Айнур Ахметов и Нур Кумгужин. Служба новостей. 1 сентября отметила свой 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, жительница села Бурибай Пелагея Макаровна Ботанина. В связи с этим событием представители района сельской администрации, председатель Совета ветеранов района поздравили юбиляршу, а также вручили поздравительную открытку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Во время войны я в Зелаире работала. Вот это. Сперва работала уборщицей в клубе. С матерью, с девчонкой-то была. Потом меня перевели контролёром работать. Потом я перешла, меня взяли в швейную, это, ученицы, шить рукавицы, полушубки. Я всю войну проработала в швейной, шила. Вот. А потом в 47-м году у меня отца, я маленькая осталась от отца, вот, мать только была. Вот, жили мы не очень-то, как сказать, сами знаете войну, как жили. Вот. Потом уехали в Медногорск с подружкой, поступили на завод, я на завод устроилась. Вот, 18 лет я на заводе проработала, вот, всё время... Премии получала, подарки получала, даже у меня вон и медали есть, все. Вот. А потом у матери родичи, вроде здесь сестры двоюродные, туда-сюда, она говорит, тогда уедем. В Медногорском я выучилась на кондитера учиться. Сюда приехали в 67-м году. Я поступила здесь в столовую работать кондитером. И до самой пенсии, и даже больше еще. Такую же открытку получил ветеран Великой Отечественной войны, житель села Федоровка Николай Григорьевич Пеньков. Ему 5 сентября исполнится 90 лет. За праздничным столом собрались не только представители районной администрации, но и все родственники и друзья. Мы поздравляем всех учеников и студентов с новым учебным годом. Новая учебная пора пусть будет плодотворна для вас. И с этого дня в эфире АКР ТВ стартует новая программа «Школьные новости». Это проект юных журналистов, учеников 1-й и 2-й школы села Акиар. Приятного вам просмотра. До свидания.